В этом году Блантеру было 120 лет, и музыка «Кони Звери», конечно, сейчас прозвучит. Он, это музыка, с которой он прославился. Это было первое его звездное произведение, которое он написал для цыганского тоже хора. В Москве цыгане по всех ресторанах пели. И вот для них писали композиторы. Это был очень хороший пиар-ход. И вот это стало музыка моментально популярной. «Кони Звери». Она до сих пор исполняется певцами. И сейчас она прозвучит в исполнении Андрея Кирсанова. Oh.